Всем привет, дорогие подписчики, с вами Кэкста Диман, и сегодня мы продолжаем играть самую офигенно лучшую игру GTA 5 с Андрюхой. Всем привет, пацаны. Да, ребята, сегодня, как вы могли заметить, у нас битва автомехаников, и мы прибыли на свалочку, где, по идее, найдем по две тачечки и скрафтим из них самую лучшую, быструю, офигенную одну тачечку и пройдем несколько испытаний. В принципе, все очень просто, да? Так, я беру красный так, велик. Я беру голубой велик, и ты голубой, ничего не спрашиваешь. Я поехал вглубь сразу же. Так, я вижу, получается, X-Ray, там желтый разбитый. Нифига он разбит, видел? Нифига себе. Так, это у нас что за фигня? Это что, реально старая какая-то? Не знаю, что. Старый японец. По-моему, это Skyline, если не ошибаюсь. Ну да, что-то старым попахивает. Так, собака у нас телепортнулась. Ты ж, братух, какой-то 124-й стоит разбитый. Окей, хорошо. Так, тут у нас получается что? Это у нас бэха здесь. Вижу, ты Феррари будешь забирать? Слышь, Акай Феррари, я Феррари забираю, так, слышишь? Это еще одна бэха. Тут тоже вообще разбитая. Прям нечего нифига говорить. Нифига, сколько хлама интересного было выкинуто, а это у нас что такое? Это Бугатти, родной мой! Так, нифига Бугатти, себе, прикинь. Феррари и Бугатти. Я Бугатти нашел, офигеть. Так, офигенно. Приора разбитая, так, Вестик. Короче, слышь, знаешь, еще я пока и Зенву заберу стоит. Бугатти. Да, еще там Зенву недалеко. Зену, там, не знаю, Феррари. Да, я забираем, пока, все, пока пакуем. Короче, родной, все, я в итоге достал тачку. Да, Бугатти, выезжаю Бугатти, из лабиринта. Бугатти, пацаны, в итоге, да. Ты, кстати, сзади от меня, по-моему. Я вижу, да. Я, короче, я тебя увидел. Не знаю, смогу ли я восстановить ее, она прям очень сильно потрепанная, так сказать. Слушай, потрепала у меня не скажу, что прям очень сильно, а уже очень сильно, понятно. Вот так, пускай будет как-то так, так, у нас, о, хозяин побежал, выходим. Прикольно, прикольно. Погнали за следующей, братух, тачкой. Желтый велик, и да, надо выбрать еще вторую тачку, которую я буду лепить с Бугатти воедино. И, кстати, слышь, ну ты что хочешь, делай, но я Зен выберу себе. Это самая офигенная тачка. Зенву? Да, где да, да. Вон Зенва стоит издалека, я сразу нашел. Да, кто да, 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 да. Кто первый, ну, это заберет? А я уже забрал. Кто первый, это заберет? Нет, слышь. Нет, что, нет? Все, я сел. Боже. Я сел. Все, моя машина идет сюда. Да фак, я в итоге тоже хотел сесть, но мне что-то не сидит. Красава. Ладно. Я ее забрал. Поехали как-то так. О, нифига себе здесь, короче, ребята, тёрочки. Надо было тебе не палить контору сразу. Какие-то бандосы какие-то стоят, тёрки какие-то. Да, да, какие-то тут проблемы, наверное, насущие решают. Так. Слышь, забери себе этот X-Ray, да и все. X-Ray с Бугатти, братан. Знаешь что, я сейчас сделаю просто тупан офигенную Бугатти. Я в итоге забрал Приору. Ну нифига да, и как раз таки себе она плохо едет. Поэтому мы начиночку сделаем из Бугатти. Неплохо. Приору мы оставим в виде кузова поверх. И я думаю, что будет все нормально. Братан, у меня проблемы. Братан, кто у меня про проблемы, братанушка. Чё, кто-то уцепился? Все бандосы на меня загрелись, родной. Слышь, мой, срочно уезжайте с свалки завалим, и да, вернёмся да, потом. И вернемся, ребята, давай. Братан, давай забери меня, пожалуйста, погнали. А, ребята, вот получается мой хабарчик. Угу. Это Бугатти и Приора, и я предлагаю. Слушай, ну ты на мой посмотри, у меня не хуже. Не хуже, братан. Тачка, но мы потрепаемся. Ой, потрепаемся. Потрепаемся, обязательно. А да, трепаться будешь потом. Ну такое. После записи. Так, ладно. Все, короче, ребята, я восстановил. И давайте крафтить. Так вот, ребята. Вау, уже скрафтил, нифига да, себе. Да, так, только она как-то криво встала у меня. Давайте мы ее чуть-чуть подправим. Что, у меня тоже ребята что-то есть такое. Вот так вот. Во! Вау, нормально, нормально. Во! Во! И знаешь, что надо еще сделать? Ну-ка, вот так ну-ка, вот, ну-ка. Немножечко... Блин, нифига себе она у тебя раздутая сейчас. Слушай, да, нифига да, себе. Да, вот так вот мы ее немножечко так занизим. Нифига, опа, слушай, там фары Лада или это, на самом деле, сейчас. Вот. Вот, вау, ребята. Нормально. Ребята, а если чуть-чуть еще выше сделать? Вот так вот, ребята, просто... Димон, Жигули мечты сделал. Просто офигенная тачка. Во-первых, смотрите, сзади значок Бугатти, ну типа не палимся, окейюшки. Mm-hmm. Спереди просто дутая, просто раздутая бэпан, вообще наша приорка. Вот, все, короче, да, ребята, да, в планере, да, да, в офигенном положении, состоянии. Так, отлично. Только знаешь, что надо? Слушай, я тоже почти сделал, и сейчас я уже буду готов почти. Во, вот так вот теперь точно, ребята. Все. Так, пацаны, а вот и тачка получилась у Андрея. Это да, у да, нас да, да, Феррари Зенву. Это Феррари тире Зенву, да, да, братан. Да, да, офигенно, кстати, получилось. Передние стандартные фары, да, обвесы такие странненькие да, у Зенву. Да, вид имеет. Ну, в принципе, ребята, слушай, не знаю. У тебя пишите, тоже неплохо. Пишите в комментариях, какая тачка вам нравится больше. То есть Зенву. Еще окна за вас, пацаны. Да, да, или же наша Приора. Ладно, родной, я думаю, что пора отправляться проходить испытания и понять, чья же тачка на самом деле самая крутая. Погнали, испытаем твой тазик. Ну чё, пацаны, самое время в Дубаях протестировать, как эти тачки едут. И да? Что, Димон, давай, отчитывай. Один, два, два три, поехали. Погнали. Погнали. Оу. Слушай, нифига у тебя диски, ты сорвался. У тебя, кстати, пошлифовало сильно, я смотрю. Да, меня так, аж в сторону выкинуло. Ну,
офигеть, просто не знаю, ребята, Бугатти вроде едет. Смесь Феррари и Зенву, это жестко. Сколько ты едешь, кстати? А, я сейчас 300 еду ровно, 300? А у тебя? 300? Нормально, я 300 тоже. А ты меня догоняешь? Такое чувство, что я тебя перегоняю. Сколько сейчас у тебя ровно? 305 у меня сейчас 340, 340. Да пошел ты, блин! Нифига я ушел. Кого? Откуда у тебя столько-то 340? У меня всего-то 315, блин, пацаны. Слушай, я думал, не я зря затащу, Феррари а в итоге нашел. Я не вытащил. А, ну, вот, гейс, еще и Зенва плюс ко всему. Мал твой. А вот, ну а мы отправляемся на дерби. Погнали, пацаны. Итак, пацаны, а далее у нас будет дерби. И сейчас мы узнаем, какая же тачка хороша в толкучке. Я буду угорать, если три. Я один, побежу. Один, два, даже. Три. Давай. Погнали. Три, погнали, погнали. Погнали. Тихо. Так, ой, чуть не вывалился. Ямал. Димончик сам не минусанулся. Да, кстати. Нет. Вот так вот. Нормально. Братан, нет. Я чуть-чуть не сдох просто. Блин, я почти тебя подцепил. Знаешь, такое? А ну-ка. Был бы у меня поворотик офигенный. Кстати, но у меня подгадываем сильно. Нет, слышишь, давай, нет. Да давай уже вылетай. Нет, да. Блин, это минус. Блин, слушай, ну такое. Ну всю дорогу я в итоге все равно тебя как-то вытаскивал. У тебя сильнее, тяжелее машина. Да, и у меня не, как это не получалось, но зато в конце я тебя вытащил. Да. От кишки, ребята, бал мой, это 1-1, и мы отправляемся на следующее наше испытание. Спринт-гоночка. Мы едем до квадрата, это спринтецкий. Сейчас это увидим, что же покажут эти тачки. Обсерваторию вот это, короче, погнали. Да. Раз, два, три, погнали. Все, без лишних слов, просто улетаем. Так, ну слушай, меня очень хорошо стартует. Вау! Фига ты там, меня уже... Я тоже жопу врезался. Разбил. Я тоже врезался, прикинь. Чё, у меня сразу Бугатти, короче. Ребята, у меня двойная жопа. У тебя сразу полмашины нету. Первую, короче, разбили мою жопу, и вторая у меня сразу, так сказать, вторая булочка. Бугатти просится наружу. Василий Пупендри ты. Ну такое, едем. Боже. А у тебя слишком жирная машина, чтобы я ее объезжал. Приходится врезаться. Как-нибудь. Так. Так, шашки. Слушай, мы вместе идем. Ну я заметил. Да, блин, ты задолбал меня постоянно ехать, ты чё, Василий? Это чисто случайно. Ема, так, идем ребята, дальше. Я не знаю, честно говоря, что по из путям. Моей тачки в итоге останется в конечном-то итоге. Да, но у меня быстрее финиш, машина, но кстати. У меня уже пол... Я проскочил поворот, ладно, я там... Блин, а я за тобой проскочил его, окей, нормально, с тобой поеду нормально, тогда. Нормально. Так, не так, хочу так, тормозить. Вот, короче, у меня от приоры практически уже ничего не осталось. То есть жопы нету, да. Покаина уже тоже вмята прям. Я конкретно смотрю, Бугатти наружу вырывается. А Бугатти, кстати, целая вот вовсю. Вот только грязная немного, честно говоря. Так, ладно. АвтоВАЗ-то как щит был у тебя. Ну, видимо, ай, да, развернула меня. А вторая жизнь, X2 типа. Летим, окей, летим, ладно. Слышь, летим, так, давай. Ну, слушай, 2,80, 2 километра точнее осталось даже. Ну да, слушай, 2, я прям правильно с тобой еду, это прям вообще максимально эпик сейчас будет. Тихо. Так, я не врезался. Так, перелетаем всех ботов. Вау, я полетел. Я понял, ребята, так, у меня и переда тоже, я уже смотрю, нету. Слушай, моя плохая зона это Вайнвуд. Я здесь вечно врезаюсь во что-то. Меня развернуло. Так. Давай едем, короче. Идем. Тихо. Так, аккуратно. Ментами бы, наверное, это вообще опасно было. Я не знаю, честно говоря, что с ментами, но у меня Бугатти, она... Ее закидывает. Вот ее просто закидывает, а у тебя вылетает. Я видел, как ты зашел. Слушай, ну, мне кажется, ТСК хорошо едет по отношению к Бугатти. Но ты что-то... Слушай, мы тем не менее вдвоем едем, просто... Так, бампер, ладно, бампер. Окейшки, ребятушки, мои мальчики. Вот здесь главное тихо, не проскочить. Тихо. Вот так вот, отлично. Братан, ты задолбал меня врезать полетел уже, а? Бан смотри, как отлично такое иду прям. Козёль. Так, врезался, так, ладно, врезался. Ладно, ребята. Знаете что? Раз о, он блин, нас врезает, бот, раз он ты нас делаешь врезает, вот так. О! Чё? Я Димон просто в тебя как об стену. Димон сам зашкварился немного. Да не зашкварился нихера, я ещё могу тебя вздрючить. Ну конечно, такое. Если у меня получится. Всё, ну да, всё, доехал, конечно, ебой, да, ребят, финиш. Да, получится. Красава. У меня, естественно, да. Козёл, блин, ты. Ненавижу ну, тебя такое, за то, что ты меня врезаешь постоянно. Ну ладно, значит, допускай, ты будешь на суд подписчиком. Ну, по баллам вообще неплохо. По баллам 2-1, да. О, я уже перевернул тачку, и мы отправляемся, ребята, на прыжок. А далее у нас будет прыжок с огромнейшей рампы. И я думаю, погнали. Что погнали, народ. И, короче, ну, может быть, ты здесь хотя бы один балл вырвешь. Ну, не знаю, вырву ли я его. А чё по баллам, слушай? Да, ну хорошо летает. У меня по скорости уже 540. У меня 540. Да, походу это все. Ну, 420 вот у меня. Я молюсь, чтобы я плохо вылетел, но я вылетел очень даже. Не знаю, ребята, не знаю. Ну, короче, да, это твой балл явно. Потому что слушай, я еду на заправочку, а ты я уже на автостраде. Автострады долетел. Слушай, да? Я даже дальше на крыше, слышь, посмотри, где я, нифига себе. А, вот тут ты аж пролетел. Да, о, я же залетел сюда. Куда же ты засейвился здесь? Ну, нормально. Да. Ладно, ребята, я думаю, что пора отправиться на наше последнее испытание. А балл погнали. Кидываем эти машины. Давай, Димон, погнал на свою Жигули. Погнали, ребята. Погнали.
поняли, хоть да. Здесь-то я балл заберут, а? Последний балл престижа. Слушай, ну у меня Зенву быстрая. И, возможно, что-то мне повезет. О, я на колеса. Да, так. Я хорошо прыгнул, кстати. Ну, только не застрять где-нибудь здесь. Так, у меня да, минус вот, двери. Да, вот, елки, это самое плохое, минус что... Минус двери, нормально. Все, ты это все? Камень, слушай, я застрял. Ты я все, застрял реально? Уже. Да, я уже все. Да ладно. Такое, да ладно, пацаны. Ребята, я в итоге до сих пор лечу, я пролетел первый камень, и я в итоге, себе. Ребята, возможно, поставлю рекорд. Но неплохо. Не так, 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 ну я тоже, походу, все. Ну давай уже останавливайся, уже харе там. Да, ты там где, получается, дай посмотрю на тебя. Я на первом же камне, на первой же сосне. Даже тут? Коварный, да-да-да. Прикольно. Короче, ребята, балл мой, итого у нас 2-3. И далее у нас идет балл зрительских симпатий. Надеюсь, вам понравится моя тачка. И вы выровняете наше положение, и будет ничья в этой рубрике. Вот, поэтому все шансы на мою победу, или вообще хотя бы на ничью, у вас. Поэтому, ребята, голосуйте, и я вас верю. Да-да-да-да, ребята. Все, ребята, спасибо всем огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, и всем удачи, ребята, и всем пока. Всем покедова, ребята.